Доброго времени суток, друзья. Продолжаем с вами играть в полицию. Ну что у нас? Очередной рабочий день. Количество бездомных выросло на 13%. Нудисты требуют оборудовать закрытый пляж. Правда, непонятно зачем. Вот. Малолетних вандалов заставили очистить город от граффити. Аллилуйя. Так, у нас там все хорошо. Ну что, поехали. Поехали. Посмотрим, что нас ожидает. Так, что он там? Всю ночь читал детектив, да? Это не причина. Андерсон. Вот тут придется отпустить. Поскольку мы уже имеем такой опыт с алканавтами, да? Она может запросто убиться. Так что лучше отпустить. Так, это что такое? Нет, Рой, нельзя. Работай, скотина. Сейчас выберем музончик какой-нибудь. Ну, давай, тыкайся. Послал. Все, задание выполнено. Мэрия радуется. Все довольны, все счастливы. Так, и у нас стрельба. Требуется аж 8 полицейских. Возглавляет все это дело Пауэрс со Стоулом, да? А дальше мы вот всех новичков пошлем. Пристрелят, так не жалко, бугага. Отлично. Так, что у нас там? Больница Сент-Джона. Двоих хватит? Нет, не хватит. Ну тогда извините, вы в пролете. Что же я могу сделать, если вам не хватает? У меня все на задание. Конечно, надо было не всех посылать, не 8 человек, хотя бы 7. Блин. Ложная тревога. Ох ты же ее, надо было прочитать, но я как обычно, друзья. Все как обычно. Так, ну здесь без вариантов. Обломитесь митингом, ребятки. Гад. Гражданского собака завалил. Как-то много сразу заданий. Так, сюда двоих требуется в ресторан. Угрозу физическому здоровью. Как-то у меня здесь ребят мало осталось таких подпрокаченных. Надо кому-то здесь. А, ну у меня же здесь погибли в смене. А, ну да. Все мои ребята каченые там. Печалька. Ладно. Тогда вот так пошлем. Так, здесь двоих, да. Ну, пускай это будет Рои. Дарнелл. Четверых, да, мошенничеством. Ну давай пошлем, я не знаю, троих. Одного оставим на всякий пожарный случай. Вдруг запрос придет откуда-нибудь из мэрии.
Они любят это дело. Внезапно им присылать запросом. Так, на улице лежит купюра в 100 баксов. Из-за угла в переулке выглядывает несколько голов подростков. Тихо зайти в переулок с другой стороны. Вот так вот он. Гениально. Гениально. Отлично. Еще у нас там с кражей двоих. Один не покатит. Но он не хочет в одного ехать туда, боится. Сыться. А вон стовол идет. Да и не только стовол. Нормально. Все, Робинс. И пускай будет Уилкинсон. Так, какой-то отчет. Сэр. Ах вы урода. Мы несколько раз проявили инициативу и пару раз приложились дубинкой по самому дерзкому мигранту. Все остальные перевели полчаса, но ошибку усвоили и клялись больше не заниматься глупостями. Миссис Френч нас как следует отблагодарила, угостила саке и крабовым салатом. Так тепло у нас даже в семье не заботится. Собаки нажрались, теперь пьяные. Но косарь заработали, ладно. Прямое управление мошенничества гетто. На стук в дверь никто не отреагировал, так что полиция выбила дверь в квартиру. Тут же из комнаты возник мужчина в очках, который показал удостоверение федерального агента. Внимательно осмотрим удостоверение. Оказалось, что это фальшивка. Мы его задержали, арестовали. И сейчас привезем его в участок и будем его собаку пытать. Отлично. Так, надо подождать, пока все вернутся. Но не вся часть. Чтобы был выбор, так сказать. Ну и полдня-то уже прошло, бугагашечка. Так, угроза физическому здоровью. Ну кого? Стовол? Алканавтов посылать вообще опасно. Но с Дарнеллом рискнуть можно. Он даже если чего отчебучит, не страшно. Очередная ложная тревога. В последнее время вообще стало много ложных тревог. Вы сами можете заметить. Последние где-то там серию 2. Прям вообще на постоянку. Ну там так намекают, что... Вот, пожалуйста, друзья. Вот. О чем я и говорил. Второй алканавт у меня погиб в ДТП. Непонятно, почему его пустили за руль. Могли бы на заднее сиденье сгрузить в багажник, ё-моё. И отвезти куда надо. Нет же, за руль именно посадили. Ну что тут сделаешь? Тут ничего не сделаешь. Судьба, значит, у него такая. Ух ты ж, как вас много надо. Если учесть, что у меня еще один бухой. Боже, да нажмись ты. Не хочет нажиматься и все. Так, минус четверо. Ну, ничего не поделаешь. Ну хотя бы здесь справились. Ладно, молодцы. Возможно, сейчас потребуется подкрепление. Ну, как всего много там. Захват заложников с жертвами. Консьерж лежит на полу без сознания. Лифт не работает, на ступеньках следы крови. Идти по следам крови. Где-то вверху раздался женский крик и выстрел. Консьерж пришел в сознание. Осторожно подняться по лестнице. На лестничной клетке лежит труп женщины в халате. Преступники заходят в квартиру. Бросить всю эту шумовую гранату. Ну, вот так вот. Оказалось, что и не труп, а вполне себе просто без сознания. И добыча деньги, это отлично. Деньги это хорошо. Так, ну что, пошлем. Троих, Роя оставим. Пьяного дупились. Не хотим второго трупа. А вот это придется пропустить. Да. Если, конечно, наши не успеют вернуться. А тут как-то медленно они возвращаются. Не успеют. Прям чутка не хватило.
Надеюсь, там никого не убьют. Да и твою, двоих заложи. Ну точно, мэрия, она нас обидится явно. В один день потерять двоих гражданских, это конечно. А тут ложная тревога. Это, конечно, печально. Бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам. Но ничего не сделаешь. День 88. Эксперимент во время урока химии едва не закончился трагедией. Фермеры вырастили кабачок рекордных размеров. И портовый профсоюз угрожает забастовками. Ну да, появился один минус. Ну, ничего не сделаешь. Бывает. Берри, как всегда. Ба, больше никто не хочет отпроситься, с ума сойти, я в шоке. Кстати, было бы на самом деле неплохо, если бы детективы тоже бы, если даки работали бы. Не только на расследованиях, но и это в обычной жизни патрульных участий принимали. Хотя бы на какие-то серьезные вызовы. Так, ну и у нас похороны. Всех тех, кто у нас погиб в прошлой серии. А это, как видите, до хрена и больше. Так, ну и мафия нам долю прислали, которую мы поделим с подчиненными. Эй, я не вижу ваших ручек. Я не понимаю, почему биржа труда-то. А, тут полицейских просто нет. Всех выбрал. Ладно, делать было нечего. Давайте посылать полицейских. Нападение. Троих, да? Буду везде минусовать минус одного, чтобы побольше людей в резерве оставалось. Возможно, нам это поможет. Возможно. А возможно и нет. Так, прямое управление, шоссе 22, из фургона раздаются непонятные звуки, окна машины запотели, ничего не видно. И что там звуки? Понятно, что бухают. Так, следим. Внутри сидит мужчина, играет с девчонкой в куклы. Ах, они педофилы. Теракт. Пригород. Нападение. Ну, тоже справились. Молодцы. Что за теракт? Вчетвером справитесь, надеюсь. Мэри, злоупотребление. Служебными полномочиями. Ну давай, Коти, сходи туда, покажи им мастер-класс. Алехандро же с двумя лычками, зараза. Надо ее качать, а то что же она, с двумя лычками и в какой-то жопе обретается. Теракт оказался ложной тревогой, а у меня два вызова. Ну на один спецназ у меня занят. Сюда вот запросто двоих могу послать. Тогда это... Так, ну вот хорошо, что прочитал, понятно, что какой-то идиотизм. Так что мы пошлем сюда. Вообще надо больше читать, тогда почти сразу становится ясно, где бред, а где реальность.
Так, за употребление служебных полномочий, прямое управление, полиция вошла в кабинет сразу после передачи денег. Редмонд быстро спрятал большой сверток в ящик стола. Чиновник резко вскакивает и бросается к окну, безуспешно пытаясь его открыть, схватить и уложить на землю. Так, поймали взяточника, сейчас кастрируем его. Все дела. Да я даже посылать никого не буду на этот вызов. Помощь нужна мафии. Классно, сейчас кого-нибудь пошлем. Единственная проблема у меня... Мои ребятки заняты. Нету ни Котти, ни Янси. Ну, я насколько понял, в игре пофигу вообще, кого я посылаю. Так что на этот раз будет вот Фал и Стокс. Что надо-то? Джека, один из наших парней украл приличную часть груза и исчез где-то в районе складов. У нас нет времени играть в детективов, так что пригодится твоя профессиональная помощь. Окейушки. Так, покушение на убийство. Как вы видите, ложная тревога. То бишь, не зря мы с вами читали. Стрельба. Ну, похоже на правду, в принципе. Ну, давайте. Вылочка. Коти. И молодежь со спецназом. Пошлем. Надеюсь, разберутся. У нас остался... Во! Нужна поддержка. Как раз двоих в поддержку я отправил. А вот с этим заданием, не знаю, походу пролетаем. Больно тут много народу требуется. Да еще с автозаком. Еще одно задание. Также огромное. Кошмар. Причем в том же самом месте, где уже полиция находится. Смешно. Не, смешно-то смешно, а мне-то что делать? Ну, третий вызов уже. Стрельба. Вот баран, а. Военный, я знаю. Ну, хотя бы здесь. Наши справились как надо. Еще с этим за... О, нарушение общественного порядка. Один человек есть, можем послать... разбирается. Но эти два задания я пролетаю как фанерон порежем, по крайней мере с этим точно. Опа, успел пятерых, да? Ну чё, рискнем пятерых послать? Ну, нажимайте. Боже, ну ты чё, вот как-то вот так вот. Ну, хотя бы без гражданских жертв. Уже хорошо. Так, 5 человек у меня имеется. Сюда можем послать, да? Ну, пошлем 4. Так, отчет. Ага, Стокс в одного. В одну харю справился. Малора. Он просто Малора. По-другому его и не назовешь. Торговля людьми. Тоже справляются ребята, молодцы. Еще плюс получили неавтоматическое оружие, но мы его отвезем в полицейский участок. Надо же время от времени что-нибудь отвозить. Да и по деньгам оно слишком дешево, бугага. Так, нападение, казино. О, Рубинович. Так, ты зачем ухлюешь, падла, кричит мужчина в желтом пиджаке и тычет револьвером в лицо девушки-крупье. Охрана казино осторожно выглядывает из игровых автоматов. Так, что будем делать? Вытащить пистолет, прикарманить. Давайте его попытаемся отвлечь. Мужчина заламывает девушку руку и говорит: сейчас я раз навсегда отучу тебя и твою контору от мухляжа. Посмотрим, как ты будешь сдавать карты со стрелянным пальцем. И шокер стреляем. И всех делов. Ибо нефиг, правильно говорю?
Вот и все. Завершается наш сегодняшний второй день. Чекпоинт. День 89. Что у нас тут? Снова все в плюсах. Шикарно. Водитель скорой обезвредил воришку-наркомана. Епископ Фрибурга потребовал пиццерию сменить название. Количество мигрантов возросло. Ну и хрен с вами. Хорошая сегодня серия. Шустренькая. Третий день успеваю сделать. Так, Кузьма. Обещали дождь. Ты знаешь, иди ты в задницу. Будешь работать как миленький. А то взяли за привычку. Так, и у нас минус один, как я понимаю, да? Нанять мы никого не смогли в тот раз. Так, моя доля.
Эти два задания, точнее вызвал, плюбас уже все спустили в трубу. Задание в 10 часов вечера, да? Хорошо. Если не забуду, то сделаем. Правда, денег мало предлагаете, гады. Но ничего не сделаешь. Перестрелка. Ну, справились и невредимы. Прокачались, автоматическое оружие мы, конечно же, продадим мафии. Массовые убийства оказалось сложной тревогой. Это меня радует. Мошенничество. Преступник, но без жертв. Это хорошо. Так, на изнасилование мы успеем, нет? А, вообще теперь уже по две появляется. Все, успели на изнасилование. Звучит двояко. Ну ладно, так. Пауэрс и Андерс в двухе. А здесь нам, по всей видимости, придется определиться, где серьезное, а где нет. Так, нападение. Развлекательный район. Во время шоу бодибилдеров в зал ворвалась небольшая компания молодых девушек и устроила что-то такое, из-за чего жизнь участников теперь находится под угрозой. Ну, короче, вряд ли там какой-то криминал. Так что, наверное, лучше вот сюда вот. Торговля оружием. Да, и звучит и выглядит все это гораздо более устрашающе. Правда, у меня ребят не так много, лишь половина от нужного количества. Но будем надеяться, что они справятся. Все-таки немалые дети, да? Все прокачанные ребята. Хотя в прошлой серии нам это не помогло. Там тоже были прокачанные ребята. За 500 все. И один фиг все слились. Но будем надеяться на Стовола. Так, изнасилование. Все хорошо, преступник пойман. Нападение. Ну, как я и предсказывал, ложная тревога оказалась. Видите, как игра нас теперь представляет-то. Торговля оружием, прямое управление. Люди с автоматическим оружием в руках кружили дом фермера, который с трудом отстреливается из старого ружья. Так... строить засаду. Ну вот либо первое, либо третье. Как-то я никак выбрать не могу, ё-моё. Давайте поближе подберемся. Подозреваемые бросились к своим машинам, крича: а за товаром смотрите, кто-нибудь остался. Стрелять на поражение. Вот так-то, ребята. Тут шутки не катят. Все. Еще и оружие добыли. Но мы его продадим бугага. Да, да, вот так вот. Массовая драка. Но у меня только двое есть. И автозака нет еще. Вот если он вернется, наверное, не успеет вернуться. Так, появились первые карточки, но меня это не тревожит. Это будет только в следующей серии. Так. И как раз, друзья, задание, которое мы пропустили, оказалось именно тем заданием от мафии, честно говоря, про которое я снова забыл. Но тем не менее, мы его выполняем. Полтора куска, нормально. Здесь. Да а нахрена ты убил-то, дебил? Ну, куда деваться, вот так вот. Ладно, друзья. Будем надеяться, что на следующий день таки появятся новые новички. Полицейские. А то в смене совсем все печально. Народу мало. Так, и у нас пошел ролик. Ну что ж, сегодняшняя серия будет немножко подлиннее. А прокурор шамутит. Well, if you know what I think, then you must be thinking the same thing. Yeah, Jack.
Because it's true. But is it fair? You know what wouldn't be fair? If your friends caught you in a karaoke bar with an old man. With an old man? Maybe you imagine you've been talking to a young Greek god with long golden hair, but I'm a 60-year-old man, Lana. Listen to me, Jack. Ever since high school, I've been surrounded by old men. At university, half my classmates were old men. They might have been 18 years old, but they were already half in the grave. No goals, no ideas, just endless burned-out looks on their faces, exhausted and empty. At work, even my younger colleagues act like old men. They don't have the stomach for a fight. They're already dreaming of retirement. And then there's you, Jack. The only man for a long time who felt the same age as me. Because you fight. Because there's life inside you. Lana, it's a, damn, it's true. There's life in me yet. Jack, you're so cocky. Oh, excuse me, miss. I am the most promising young prosecutor in the country. You know it's true. Ну что ж, друзья, на этом серия заканчивается. Отыграли мы ровно половину уже игры. С чем, друзья, могу вас поздравить. Нас нигде не поймали, мы не завалились, значит, у нас все еще впереди. Всем спасибо, не забывайте ставить лайкосы, писать комментосы, ну и, конечно же, подписываться на канал. Всем удачи и пока!